Всем привет, ребят! Сегодня у нас очередная прокачка 12-12. Наконец-то я докачал Деда Мороза, качал-качал его и докачал. Вот он 10-10, 8-8. И сегодня мы ему сделаем 12-12. Посмотрим, какие же там все-таки будут изменения. Сейчас я зайду специально на английский сервачок, потому что не люблю переводить. Мне с английского, честно говоря, проще будет это все перевести. Так, посмотреть. Вот наш Санта Бум. Так, немножко не туда я зашел. Где ты, Дедушка Мороз? Борода из ваты. Так, вот он. Так, смотрим. Две ракеты, 690% дамага врагам в зоне поражения, уменьшает скорость атаки и скорость передвижения на 30% на десятке cooldown sim. Так, имеет пятое саморазрушение. Увеличение дамага, по сути, плюс 30-арик. И кулдаун уменьшается на 1 секунду. Отлично. И тут уже 40%, 750. Ну, плюс 60, получается кулдаун 6 секунд. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Поехали обратно. То есть, ничего у него сверхъестественно не добавилось. Просто добавили улучшение базовых, скажем так, характеристик скилла. И сейчас мы это посмотрим. Посмотрим, какой же все-таки урон у него будет, так как у него еще дополнительно вырастут статка. Вырастет статка за счет судьбы. Так, вот наш Санта Бум. Не знаю, как здесь он читается. Поехали улучшать его. И, соответственно, сейчас уже посмотрим, настолько ли он будет имбовым, например, как тот же самый Малышник, которого я тестом уже показывал. В принципе, довольно-таки неплохо он себя показал. Также будет сегодня тестик Фрейи. Я вам просто заспойлерю тест Фрейи с новым талантиком. Такс. Завтра у нас будет уже обнова, и талантик выживания будет называться. Ну, в общем, ничего уже нового не увидите, просто обновлять русский сервер. Так, поехали, а то я уже хочу побыстрее посмотреть на это имбище в действии. Сам по себе Дед Мороз старенький герой, уже во многих локациях он не особо актуален. Так, нам еще надо 2.4 нафармить, и нормас будет. Так, отлично. Поэтому в подземках, ну, в принципе, его без донаты в подземках используют. Для донатных игроков он не особо нужен. Я его чисто прокачиваю ради силы, ну и ради теста посмотреть, что же все-таки в нем там изменится сильно. Так, окей. Окей. На английском я прокачаю немножко другого. Там будет, скорее всего, порочный пакт и грубая сила рунами. Пишите в комменты, с каким талантиком вы хотите увидеть. Возможно, что-то другое придумаю, если не добавят нам что-то другое. Так, не хватает мне значков почета. Вот так вот. Ну, значки почета не проблема. Сейчас нафармим. Так, что там у меня за жабка? Значков почета нет, есть только кристаллы. Так, поехали дальше. Напишите также в комментах, кого вам рогатку затестить следующего. Так, малышник есть. Можно, в принципе, снеговика.
Такс. 39 и Санта-Бум есть. Вот такие вот статы ему добавили. Базовые статы: жизнь, атака, уклон, крит сопротивление, точность, плюс 2 скилла. Вот так вот. Такс, ну 12-12, ребят. Вот такая вот сейчас у нас сборочка будет. Сейчас побежим его проверять в локациях. Так, ну идем давайте сначала в рейд. Правда, сейчас будет в рейде, наверное, сложновато нам найти. Да, Расту без стрелка. Ну, интересно. Так, ну тут его, наверное, сейчас просто, если мы в центр выпустим, его там ушатают. Давайте минуса первым выпустим. Вот так вот. Наверное, было даже зря. Так, смотрим. Так, ну. И сейчас у нас ничего, наверное, не получится. Да, к сожалению. Надо было его одного выпускать, но кто ж знал. Поехали дальше искать жертву для Деда Мороза. Так, ну вот вроде, но сейчас, наверное, опять. Ладно, попробуем. У нас еще смотритель активер, но это в принципе не беда. Так, ну понятно все. Да, дотестились, как обычно. Нравятся мне такие тесты. На китайке хоть попроще в рейде. Не так часто топаю, но зато огников очень много. Либо стрелков. Так, тут у нас Фрейя есть. Ой, ужас. Такс. Тут стрелок. Ну, сейчас, если что, пойдем в экспедицию. Просто хочу в рейде посмотреть, как же все-таки. Так, он был в сети. Давайте поснимаем, чтобы не было. Так. Так, Химка, и обратно его поставим. Вот так вот. Так, окей. Ну, думаю. Отлично. Так, у нас там малышник и опять стрелок. Ну, сколько можно этих стрелков? Уже запарили, блин. Дайте нормально протестить. Хотя бы разок пульнуть. Так, ну может тут получится. Ай, блин, ну тут Фрейя, да что такое? Эх. Не восстановили. Короче, рукожоп. Вот, отлично. Ну, я надеюсь, тут хоть у нас получится. Ну, как видите, здание шатает стычки. Сейчас главное, чтобы в центр героям залетело. Скажите потом, сколько там будет, потому что я могу не увидеть этого. Так. Ну, давай. Бум. Ну, конечно, просто раздает. Ну, урона, как видите, по героям не попал. Я надеюсь, сейчас он... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну, вот так вот он ударил там и его слили. В общем, вот так вот протестили, называется. Ладно, я не сдаюсь. Я хочу увидеть полноценный урон по героям. Я надеюсь, это у нас получится. Потому что ради этого я, в принципе, и качал. Так, малышник. На всякий случай сейчас магией подстрахуемся. Чара, конечно, у него немножко не та. Так, ну давай. Жахни их. Ну куда ты стреляешь, ну? О, вот так вот получше. Смотрите, как сразу же убился об хранителя.
Так, хорошо. Мы можем сделать, ребят, по-другому. Мы можем просто сделать. Поставить ремку и не париться. Но просто так получается еще плюс 110% урона. Давайте сейчас протестим еще разок в рейд, потом побежим в забытую. Я надеюсь, мы тут кого-то хоть достанем сейчас. Ну, как видите, его сливает очень быстро автопрокеры. Они и будут его сливать, потому что он сам по себе очень-очень слабенький герой, жизни у него немного. Так, ну попробуем тут. Но подрывает, конечно, жестко. Тут вопросов нет. Ну, грубая сила. Летит, конечно, все, блин, куда попало. Так, я надеюсь, он сейчас на башенке хотя бы раз в героев зарядит. Так, тамплиер, иди нафиг. Вот полетела и полетела, как видите, опять мимо. В общем, не судьба нам потестить здесь его нормально, полноценно. Ну, 50, 100, 81, ну, урон наносит. Так, ладно, поехали с Римкой. Не в подземке, подземку мы потом с Пактом протестируем. Поехали на арену. Так, ну тут, к сожалению, у нас противники обновились, но ничего не поделаешь. Так, окей. Let's go. Сейчас посмотрим, может он тут их просто... Вот смотрите, как ракета долбит. 90 тысяч урона получается у него. 100. Так, смотрим, может кто-то попадется нам посильней. Так, Рунин. Ну, я думаю, если он тут героев сейчас попадет. Ну, тут не те немножко герои. Так, ну. О, отлично. Так, смотрим. Надеюсь, он хотя бы раз ударит. Единичка, 14, Фрея. Ну, треть снимает. Не особо много. Не особо много он так и снимает здесь, кстати. Так, ладно. Поехали в забытую. Там потестим, посмотрим. А потом уже самое интересное, это у нас будут подземки. Называется потестим. Я пошел совсем другими левыми пачками. Так, создать, убираем Бугимена отсюда, он нам тут сейчас не нужен. Нам нужен дедушка наш. Окей, отлично, обновить. Вот, давайте против. Да что такое, туплю я. Жесть, короче, даже выйду, не буду даже бегать. Такс. Ну, дайте каких-то противников нормальных, вот вроде есть. Поехали. Тут отражалка будет. О, отлично, только стрелок, правда. Бум. Потеряли моего, ребят. Просто потеряли. Называется, потестили героя, блин. Ну, он не для таких локаций, он старенький. Надо кого-то ставить как танка. Его вторым. Давайте против этого еще попробуем. Может, все-таки ударит нормально. Ну, да, тут. Тут сейчас нас... Ну, 88, смотрите, с Фреи половину практически снял. Половину с героя поснимал. Урон, в принципе, у него очень приличный. Точнее, количество ударов. Интересно, это интересно.
Такс. Поехали против этого. Тут сейчас, если опять ремочный. Ой, тут нас сейчас просто поимеют. Ну, смотрите, он держался как мог. Так, окей. Ладно, тест здесь не удался. Поехали на подземке. С этого и надо было начинать. Изначально этим заканчивать, потому что, ну... Толку этого героя от этих... скиллов вообще никакого нет. Так. Ставим ворожея. Потому что нам будет не хватать... Так, ворожей готов, поехали. Будем смотреть сейчас урон на нашей любимой 8-10. Так, ну я надеюсь, он где-то так нормально сейчас пульнет. Смотрите, как он в стане стоит. Ой, хорошо зарядил, только не туда, куда надо. Так, ну там тамплиер есть, в принципе, это хорошо. Ну, дамажит, посмотрите на дамаг. Жестко, конечно. Правда, еще влетели туда, куда надо эти снаряды. А вот сейчас вот по пол ляма 100. Ну, такое себе, я бы не сказал, что там особо много. Вот, вот, отлично. Ну, так себе. Это порочный пакт, ребят. Давайте его ускорим. Поставим еще ворожая сейчас на подхил. Посмотрим. Так, полтора ляма вылетает. Ну, он 4 вылетело. Ну, так, конечно, получше. Так, ну что, тестируем. Ставим тыковку. Пробуем тыкву и купидона. Купидон и тыковка. Окей, let's go. Let's go, я никому в живых нет. Ну, в общем, чисто для подзема как вариант. Так, ну давайте. Что у нас там? А, я вместо ворожая кого-то взял. Ну, надеюсь, он сейчас попадет хотя бы раз. Живи, живи, дедушка, живи. Пожалуйста, только живи. Вот, вот пошел урон. Как он их там пораздавал. Ну, не знаю, какой там урон был, но... Это было красиво. Так, а ну-ка давайте попробуем. Вернем сейчас ворожая сюда еще. Случайно его снял. И пойдем на интересную подземочку уже. На седьмую кошмарку. Вот тут интересно будет посмотреть на урон. Не знаю, правда, у нас тут что-то сейчас получится или нет. Но попытка не пытка. Так, разгон, 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 разгон. Где-то ударил или нет? Да, где-то ударил. Но посмотрите, вынес, конечно, красивую область. Но... не более. Выносит на разгоне он дофига. Так, еще разок давайте. Это немножко сложное для этого. Надо посмотреть, где там у нас малышей ников нет. Ну, тут ники, в принципе, везде есть. Так, по-моему, на второй нету. Ой. Да, здесь нет. Так, тут у нас, по-моему, тотемы есть, если не ошибаюсь. Тут один. И тут. Так, окей. Раз, два. Поехали, начинаем с тыковки. Морозим. Ну, посмотрите на урон. Фига себе там урон. Я не знаю, ребят, я просто не вижу, какой там урон. Но дамажит он очень прилично. Все, дальше тут
Тут нас просто жестко. Ну, бегать можно, в общем. В общем, как видите, дамага у него хватает. Для подземок однозначно использовать можно, но на 12 качать никакого смысла не вижу. Давайте в экспедиции посмотрим еще на его урон. И, в принципе, все. Такой вот тестик, не знаю, полезный, не полезный. Я, честно говоря, в нем никакой пользы, например, для себя не вижу. Сейчас попытаемся словить так, чтобы ударил сюда и посмотреть на урон. Если у нас получится. Надеюсь, должно что-то сюда прилететь хотя бы разок. Вот, прилетело. Но урон, блин, приличный урон. По 200к выдавать это немало. Так, понятно, поехали дальше. Так, тут мы бить не будем. Вот тут малышник. Стрелка нет, отлично. Так, смотрим. Надеюсь, тут он тоже ударит так, как нам надо. Или нет. Ну, честно говоря, ему этот тамплиер мешает очень. Давайте еще разок. Ну, ему ставить что-то топовое тоже смысла особо нету. Я его использовать, в принципе, нигде не буду. Ну, чё ж вы все пролетаете, ну? Вот просто хочется посмотреть, чтобы он ударил в героев. Но этот рандомный его залп. Можно полчаса проиграться. Вот он попал. 50-60. Посмотрите, вот это да. Вот это оно. Урон действительно очень офигенный. Так, а ну-ка посмотрим. Ну, тут герой не очень, но хранителя снес. В общем, ребят, вот такой вот у нас получился герой. Не знаю, пишите в комменты, может, где-то его еще потестим. Я постараюсь еще конкретно посмотреть по другие локации. Затянулся этот обзор ни о чем, но может, для кого-то это будет полезным. Все. Всем удачи, всем пока.